Строительство объекта в селе Поповка было начато в начале мая. За лето подрядчики успели завершить все намеченные работы. Рядом со спортивным созданы и детские площадки, где установлено игровое спортивное оборудование. Ну вот буквально в прошлом году осенью фонд Татнефти объявил конкурс. Мы вот решили сельское поселение поучаствовать как раз в гранте на универсальную спортивную площадку. Честно говоря, не очень-то и надеялись, но когда мы прошли по конкурсу, были очень рады. Динара Гаязова учится в 11 классе Поповской средней школы. Она увлекается волейболом. Я вообще рада, потому что у нас теперь есть новое место, в котором можно играть. Раньше мы играли в спортзале, но теперь здесь, на свежем воздухе. Это очень приятно. В этот торжественный день всех присутствующих сельчан детей приветствовал заместитель главы района Ринат Хамидуллин. Я думаю, что в спорте вы будете занимать еще больше высот спортивных достижений. Право открыть спортивную площадку в Поповке, забив мяч, был удостоен бывший учитель физкультуры Владимир Жмаков. В завершении мероприятия состоялся товарищеский матч среди команд по волейболу. Универсальная спортивная площадка появилась и в селе Крымсарай. Социальный объект здесь также построен на средства гранта компании «Татнефть». Это большая радость, и мы очень довольны, что наши дети будут заниматься на современной спортивной площадке. Артем Ярополов учится в 8 классе сельской школы. Он 3 года занимается волейболом. Раньше мы играли, конечно, в школе, но теперь то, что есть такая площадка, будем часто, конечно, выходить сюда, здесь играть. Здесь есть все удобства для нас, чтобы играть, бегать, прыгать, навеселиться. Здесь же, забив мяч, открыл спортплощадку глава Крымсарайского сельского поселения Дамир Шакирзянов. По его словам, он в школьные годы занимался волейболом. Их команда всегда занимала призовые места. Да и сейчас он не прочь поиграть с односельчанами. В день открытия на новой спортплощадке прошли игры «Веселые старты». Теперь у сельчан есть возможность с пользой проводить свой досуг. Айгуль Хусайнова, Артем Артемьев, БРТ.